Более в 9 часов тоже будет достаточно многолюдно. Поэтому постараемся избежать вот такого столпотворения, но чуть-чуть пораньше, поэтому подъезжаем. Но тем более, как я вам обещала, мы с вами немножечко еще и поднимемся рядом настоящую скалу, стоянку Ареопага, о которой я вам, безусловно, несколько слов обязательно скажу. После Акрополя мы с вами сразу спускаемся к музею акропольскому, который вы сейчас можете видеть с нашей правой стороны. Музей был построен по проекту архитектора швейцаро-японского происхождения Бернара Чуми. Построен полностью из стекла и бетона, и он базируется на сваях. Под музеем находится город римской и византийской эпохи. Так что мы с вами еще вот этот город, ну, правда, со стороны, скажем так, с музея увидим. Музей стеклянный пол на всех трех уровнях, на всех трех этажах. Где-то фотографировать в музее можно, где-то в музее фотографировать и снимать запрещено категорически. Я вам все обязательно еще это скажу. Что в этом году вообще сделали послабление на протяжении 2 лет, даже 3, 2009 года было запрещено в музее Акрополя фотографировать и снимать вообще. Чтобы у нас что, скажите об нее с возрастом. Мы сейчас с вами, конечно, поднимаемся на Акропольский холм, потом будем, когда все спускаться, мы спускаться будем чуть дальше дорогу, примерно такого же плана, и будем направляться, естественно, спускаемся вот на эту же улицу, будем направляться в сторону музея. Эта улица называется Дионисию Ареопагиту. Святой Дионисий, я вам уже вчера говорила, это небесный покровитель города Афины, но он еще и первый епископ афинский. И епископом становится после того, как апостол Павел приходит в Афину и создает здесь первую христианскую общину. Поэтому
в память о святом Дионисии, Ареопагите, он еще и являлся судьей. Собственно говоря, вот эта улица названа его именем. Именно на ней где-то впереди, с правой стороны, находится музей. Если вдруг кто-то отстанет, ну, я думаю, что никто не отстанет. А если до конца этой улицы дойти, до конца, вы сразу выйдете к арке Адриана. Не горох, конечно. Вот это называется рожковое дерево. Из него когда-то, послевоенное время, греки делали сладости. Ну, то в основном пытались сделать что-то напоминающее шоколад. Ну, это не шоколад, конечно, хорошо надо понимать. Но вся фишка в том, что внутри вот этих стручков находится... Держи. Ай. Это плоды. То есть внутри этих стручков вот такие вот плоды, они все одинакового веса. Практически все, не практически, они все одинакового веса, если их решить извести. Вот это дерево называется рожковое дерево. В римскую эпоху оно называлось, и греками оно называется, ксилокарато. И вот эти зернышки называются караты. То есть это то, чем раньше в древние времена взвешивали, соответственно, измеряли вес драгоценностей камней и металлов. Они каждый имеют действительно одинаковый вес. Вот это вот называется один карат. Так что ты, на, держи. Карат. Буду вешать. Смотрите, это вход на Акропольский холм. То есть после того, как... Минуточку, внимание, Нина. Это вход на Акропольский холм, где мы с вами будем собираться после того, как закончится у вас фотосессия на Ареопаге. То есть здесь мы соберемся, пока я буду быстренько покупать билеты. Постараюсь быстренько купить. Там выход с Акропольского холма. То есть здесь уже вы не сможете выйти. У вас дорога автоматически там просто будет так перекрыта, что она вас выведет вот к тому выходу. Тут хорошо. Есть еще эти дыски. Во-первых, то, что вы видите, это, конечно, знаменитая скала Ареопага. Почему? Что такое здесь было? Вообще, само название Ареопага это имя бога неорганизованной войны Ариса. Говорят, что на этой скале он когда-то был судим за то, что он убил сына Посейдона. Это гласит мифология. Но, тем не менее, на этой скале был действительно первый афинский суд. И вот первым человеком, который был осужден на этой скале, то есть на скале Ареопага, Ареопаг это и есть суд, это был тот самый юноша Орест, который вернулся в Микену, узнал, что мать убила отца, он убивает свою мать, вслед за смерть отца. Но его как раз здесь к смертной казни не приговорили, его просто приговорили к ссылке, куда-то в северо-западную Грецию. И в дальнейшем, конечно, именно на этой скале будет заседать Афинский суд. Но когда-то здесь именно собирал своих учеников Сократ. Я немножко про Сократа сказала, что Сократ был очень интересной фигурой. Вообще вся античная культура – это культура Сократа. И он был известен тем, что он, конечно, не писал никаких литературных произведений. После того, что он считал, что мысль в написанное, она мертвеет, а это уже не есть знание. Он знание ставил выше всех, в общем-то, выше всего. И самое большое невежество по Сократу было обольщаться своим знанием. Поэтому знаменитейшая его фраза, что «я знаю, что ничего не знаю». Потому что действительно это было невежество, воображать, что ты знаешь все, хотя на самом деле ты ничего не знаешь. Но плюс ко всему, именно здесь, потом, именно сюда приходит апостол Павел. И он именно здесь будет собирать прогрессивных людей того периода, то есть первого века нашей с вами эры, примерно 50-е годы. И Павел несколько путешествий совершает по Греции. Здесь он собирает в Афинах первую афинскую, естественно, христианскую общину. И он, придя сюда, и говорит, что я шел по Греции, и я видел, что вы поклоняетесь неведомому Богу. А действительно, были такие алтари, которые так и назывались, неведомому Богу. Греки объясняли таким образом, что имя, например, всех богов мы просто можем не знать. Но чтобы боги не остались без нашего внимания и без жертвоприношения, мы вот на таких алтарях им поклоняемся. То есть и богу, которого, имя которого не знаем. И он говорит, вот богу, которому вы поклоняетесь, открою имя его вам. Это, конечно же, был Христос. И здесь он собирает вот эту первую христианскую общину. Именно здесь он провозглашает святого Дионисия первым архиепископом греческим. И это все
скала, еще и апостола Павла. То есть скала Ареопага, скала Сократа и скала апостола Павла. Вот эти ступени, по которым вы можете подняться, но по которым очень будет сложно спуститься, слишком покатая такая структура, это ступени апостола Павла. Согласно преданию, он по ним поднимался. Ну, а для тех, кому... Я вам просто рекомендую, вы можете подняться по этим ступеням, потому что там скала, там будут валуны. Смотрите, чтобы вам было удобно. А спуститься лучше с этого. Иван! Ты полезла. Так не получится. Туда берите оборот. Развернуться. А ты возьми, что? Вам какой-то сессии не мешал. Пока еще не нагрелись. Обувь скользко просто, а высоком самое тут спрятано. Да. Красивые виды. Акрополя не в травму. Вы пока сейчас не отвлекайтесь на фото. Я вам буду говорить, где лучшие кадры вы можете сделать. И потихонечку будем говорить. Ну, уже начинаем говорить.
Вы можете здесь сделать фотографии. Я же вас жду вот на этой высокой скале. Море. То, что мне хочется вам показать, во-первых, это, конечно же, небольшая такая волшебная карта той местности, в которой мы с вами пребываем. То есть это театр Геродатики, тот самый первый театр, который вообще вы в данный момент сейчас видите здесь. И театр здесь был построен во втором веке нашей с вами эры, очень известным меценатом Геродом Аттическим. И в память он строит этот театр о рано ушедшей жизни его супруги Региллы. Это, между прочим, был самый первый театр Древней Греции, который имел крышу. То есть он был крытый. И специально для крыши сюда доставляли из Коринфа кипарисовое дерево для кровли. Плюс, помимо вот театра Герода Аттического, мы еще чуть дальше, уже с высоты Акрополя, увидим еще один театр, театр Диониса. Театр, который был построен вообще на территории Греции самым-самым первым, потому что именно по образцу вот этого театра бога виноделия Диониса будут строить абсолютно все театры мира и, соответственно, все театры Древней Греции. Но что же касается Акропольского холма, нам с вами, безусловно, предстоит пройти через торжественные парадные пропилеи. То есть, как говорили древние, что они были построены здесь специально, чтобы как можно дольше скрывать вид на Акропольский холм. Далее, если бы мы с вами взошли на Акрополь, то мы бы увидели 12-метровую статую из бронзы богини Афины, Промаху, своительницы. Между прочим, до такой степени была бронза отполирована, что, как опять нам говорят древние источники, те люди, которые пребывали по морю, как мы видим, в 5 километрах, здесь действительно Саронический залив Эгейского моря, то они видели отблеск от этой бронзы и прекрасно понимают, что там впереди находится вот этот самый главный религиозный центр. И они сюда стремились особенно один раз в 4 года, когда устраивались панафинейские шествия. Я вам говорила, что с 3 сторон Акропольская скала – это неприступная скала, кроме западной. Именно вот по западной стороне мы с вами потихонечку поднимаемся, именно по западной стороне, именно здесь всегда один раз в 4 года устраивались панафинейские шествия, то есть шествия в честь богини Афины. Это такие церемонии, такие ритуальные мероприятия, которые были признаны одному – заручиться поддержку богини Афины и отблагодарить, то есть принести ей жертвоприношение в массовом таком порядке. Об этом мы с вами будем говорить в музее, когда увидим высеченный в мраморе внутренний фриз Парфенона, изваянный сами Фиди. Поэтому тогда мы вспомним снова панафинейские шествия. Также, конечно, здесь находится самый величественный из всех древних храмов, это храм, называемый Парфенон. Второй по значимости храм – храм Эрихтеон. И самый легкий, изящный храм Никеоптерос, который мы чуть-чуть здесь сейчас видим, но мы с вами поговорим с ним о нем с другой стороны. Плюс то, что мне хочется вам показать здесь, здесь же, конечно, находится один из самых известных холмов Афин. Нет, вы не уходите. Это холм Филопап. Я просто ушла, чтобы не заслонять его. Почему он так называется? Потому что здесь благодарные афинины похоронили и поставили надгробный памятник этому известному греческому меценату. Если его имя разложить, перевести на русский язык, то будет звучать как любимый внук своего дедушки. А он действительно очень огромные суммы выделял на восстановление разрушенных храмов. Он тоже жил в римскую эпоху. И вот благодарные Афине, они его похоронили именно на этом холме, на холме Девяти Муз, который сейчас уже называется холм Филопапу, то есть любимый внук своего дедушки. Пойдемте дальше. Аккуратно, да. Ну, во-первых, вы обратили, проходите ко мне, помнишь, там, потому что там группа большая идет. Так вот, вы наверняка обратили внимание, что когда вы подошли к Акрополю, видели бы уже, как подъезжали и выходили военные солдаты. Да? Вот кто-то уже это увидел. Но мы сейчас с вами будем свидетелями являться того, как они будут спускаться. Кто это такие? Ну, это обычные совершенно солдаты, которые проходят здесь срочную службу, но которые здесь каждое 8 утра, каждый день вешают национальный флаг Греции, каждые 8 часов вечера они его снимают. Такова традиция. Поэтому воины, которые в итоге будут проходить, они, конечно, мы их увидим. На то, что я хочу вам здесь показать. Во-первых, давайте. Снова мы видим холм Филопапа. Немножечко, если провести такую невидимую линию направо, то мы увидим еще сразу напротив нас еще один холм. Вот этот холм называется Пникс или Пника. Пникс переводится с греческого как давка, а это, между прочим, место народных собраний, когда собиралось до 15 тысяч людей. Но действительно, чем вам не давка?
и где выносились, естественно, на суд людей решения. Плюс где-то в дымке мы с вами видим знаменитый остров Саламин и знаменитейшее Саламинское сражение, которое проходит близ этого острова, ну и, конечно же, в этом Сараническом заливе, во главе с Фемистоклом. Я вам рассказывала, кто такой Фемистокл, и немножко рассказала, что же такое, каково же было значение Саламинского сражения. Также, если мы снова вернемся с вами к холму Пникс и проведем такую же невидимую линию в правую сторону, здание с серебряной крышей, еще одно здание. Это все три здания, которые принадлежат обсерватории Греции, Афинской обсерватории, Византийский храм и скала Ареопага, на которой вы не так давно были. Плюс огромная обширная зона, такой зеленая зона. Это древнегреческая агора, место общественной торговой жизни в эпоху, естественно, Древней Греции, в эпоху античности. Храм Гефеста, который прекрасно сохранился. Также немножечко правее, а это с Ареопага было очень хорошо видно, находится еще древнеримская агора, центр уже общественной торговой жизни в римскую эпоху. Там была выстроена достаточно большая галерея. Плюс когда-то еще был выстроен Адеон Агриппа, ровно как и вот этот постамент, который вы видите, на вершине которого когда-то находился памятник, посвященный Агриппе и коней его квадриги. То, что касается тех зданий, которые находятся сразу с нашей левой стороны, это не что иное, как здание Пинакотеки, картинной галереи. Пинака – это картина, Пинакотека – картинная галерея. Ни одна картина не сохранилась, потому что была написана на дереве, дерево слева. Сразу напротив Пинакотеки мы с вами видим вот тот самый храм Никеафтера, то есть богини Афины Бескрылой. Но почему именно так он называется? Да потому что сами Афины, а она вот так, этот храм выглядит, отрубили богине победе крылья, дабы чтобы никогда победа из Афин не улетела. И очень символично, почему именно вот на таком выступе располагается, конечно же, этот храм. Потому что он символизирует победу греков в целом, не только Афине, а вообще греков над персами. А самая главная победа, где она происходит, в Сараническом заливе, близ острова Саламин. Поэтому четко направлен храм в ту сторону. Дальше то, что мне хочется вам показать. Это, конечно, знаменитые торжественные пропилеи. Вот этот парадный вход на Акропольский холм. Пойдемте, мы чуть-чуть вперед пройдем, и я продолжу разговор. То, что хочется мне вам здесь показать. Конечно, вот это такой торжественный парадный ход на Акропольский холм. Смотрите, как интересно. Когда архитекторы выстраивали вот те самые пропилеи, то они исходили из очень простых математических законов. Смотрите. Если мы возьмем нашу с вами ладошку, у нас с вами на нашей ладошке 5 пальцев, и мы здесь видим с вами 5 врат, то есть 5 дверей. Центральные, самые большие, как самый большой, собственно говоря, палец, тот самый средний. Вот эти врата центральные, они всегда открывались лишь только один раз в 4 года. Это юноша спускается, я сейчас успею, пока не спускается, все рассказать. Вот они всегда открывались один раз в 4 года. Плюс ко всему, когда проводились вот эти панафинейские шествия. Давайте, девочки, проехали сюда. Можно. Ближе ко мне. Атенеси, дексия, Марс. Атенеси, дексия, Марс. Эй, а я продолжаю. Уже ничего. Вот то, что мне, конечно, дальше хочется сказать. Во-первых, с центральными вратами мы с вами разобрались. Они всегда открывались один раз в 4 года, когда проводились действительно панафинейские шествия, то есть шествия в честь богини Афины. Другие врата, которые крайние, и они находятся, естественно, по бокам от центральных врат, это те самые, как палец указательный и, соответственно, безымянный, они всегда открыты были для жертвенных животных, которых сюда вводили для жертвоприношения. А потом обязательно посмотрите, видно даже колея, когда открывались вот такие двустворчатые врата или двери. И она прям колея очень четко вырисована, естественно, вот в мраморе, в нижних таких перекрытиях. Плюс самые маленькие двери, вот те самые маленькие пальцы. Это большой и, конечно, мизинец.
гостиниц. Они были всегда абсолютно открыты, потому что через них, через эти врата проходили те люди, которые приходили на Акропольский холм ежедневно для того, чтобы отдать ту самое жертвоприношение, произвести в честь богини Афины. Плюс ко всему, на переднем плане вы видите дорические колонны. Дорическая колонна, она очень мощная колонна. Если бы вся конструкция состояла исключительно из дорических колонн, у нас бы с вами происходил такой оптический обман. Было бы ощущение обрушения или, скажем так, тяжеловесности всей конструкции. Для того, чтобы этого избежать, архитекторы предусмотрели чередование дорической колонны на переднем плане, и позади стоит ионическая колонна. Таким образом, создался момент легкости. Вот этой иллюзии падения конструкции на нас попросту нет. Плюс также хочу вам сказать вот что. Многие из вас наверняка обратили внимание вот на эти блоки. У многих блоков стачены выступы, у многих они сохранились. Ну, конечно, надо хорошо понимать, что с помощью подъемного крана все это такого, это Саша приметил, но все это водружалось на то место, которое оно должно занимать. Помните, я вам в Дельфе маленькие такие картинки показывала, что были подъемные механизмы, были краны, естественно. Так вот, специально канатом крепился к этому выступу, канат крепился к этому выступу. Естественно, подъемный кран, он краном ставился именно это место. Потом эти выступы стачивали. Но начинается Пелопоннесская война, война Афин, Спарты, и это не успели стачать. То есть не до эстетического уже было, поэтому это сохранилось до нашего своего времени. Где-то стачено, а где-то нет. Идемте дальше. А первый, короче, который шел из солдат, он с этой сменял караул. Да. Думаю. Ребят, у вас будет время на фото, я и вам дам 30 минут. Сегодня мы с вами поговорим, находясь на восточном фронтоне Парфенона. И который имел тоже, ну очень сейчас просто хорошо можно это понять, что было несколько рядов колонн. Первый ряд дорических колонн и внутри там тоже ряд дорических колонн. То есть, что касается другого храма, то есть о Парфеноне еще поговорим, но вернемся сюда. Здесь вы сможете сделать лучшие фотографии для того, чтобы можно было снять портик кариатит. Вы тогда делаете фотографии, я вас жду в той самой тени под тенью оливкового дерева. Мы уже будем говорить с вами об Эрихтеоне. Пойдемте. Перемещаемся. То, что хочется мне вам сказать, а вот так встаньте, пожалуйста, чтобы вы просто видели то, что я буду показывать, чтобы не крутилось. Во-первых, конечно, перед нами храм Эрихтеон. Это второй по значимости храм здесь, на Акропольском холме. И храм, на самом деле, он вписан в ландшафт именно в этой местности, этой скалы. А здесь необходимо было построить, получается, этот храм Эрихтеон на различных уровнях. И он действительно находится на различных абсолютно уровнях. И плюс ко всему, он имеет 4 выхода и 4 входа. То есть он имеет 4 портика. То, что мы с вами видим. Это, конечно, знаменитый портик Кариатид. Это южный портик. Дальше он расположен.
расположен ровно в том самом месте, где находится могила первого мифического царя Кекроп. Потому что согласно мифологии, согласно преданию, когда поднялся Кекроп вот на эту скалу, когда он огляделся вокруг, он увидел, что перед ним зеленеет изумрудная лужайка, плещутся воды Саранического залива. И тогда он постановил, что здесь будет мой город, здесь будет Акрополь. И он является первым царем, который является основателем Афин. Плюс то небольшое отверстие, небольшие вода, которое вы видите, когда-то здесь был также внутри которого росла вот именно это оливковое ветвь, оливковое дерево, он посвящен дочери царя Кекропа, следующий царь, один царь Эрехтей, который в свою очередь убивает Эрехтея на том самом месте, где впоследствии выстраивается этот храм. Они не могут помешать Зевсу совершить вот то самое роковое, то, что он когда-то сделал. Поэтому наверху будет отсутствовать часть перекрытия, изначально его не было. Так же, как и внизу будет расщелина в скале. Мы, к сожалению, не видим, верьте мне на слово. Там есть расщелина в скале, которая тоже была образована на уровне Зевса. Также, конечно, есть еще северный портик Эрехтеона, есть еще и восточный портик. Но что там на восточном? А на восточном у нас с вами находится храм и портик, посвященный богине Афине. Ну как это странно, почему? Северный портик Посейдон, восточный Афин. Что в чем здесь секрет? А здесь это еще и место спора. Так вот, потому что это место действительно является спором богов за власть над городом. Потому что когда основали город? Жители этого города не знали, какому богу его посвятить. И тогда они решили, что пусть сами боги решат это, кому он будет посвящен. И, конечно, тогда участие в этом своеобразном конкурсе приняло лишь только два бога. Это бог Марии Посейдон и богиня, покровительница ремесел организованной войны, это богиня Афина. Что делает Посейдон? Для того, чтобы заручиться поддержкой, скажем так, подкупить большую часть населения, он берет свой трезубец, бросает по Акропольскую скалу и рвет там сам месте, куда попадает трезубец Посейдон, начинает пить источник с соленой водой. Конечно, все удивились, но это такой своеобразный фокус произошел. На 5 километрах море недостатка нет в воде, тем более в соленой. Что делает богиня Афина? Она берет свое копье, метает в Акропольскую скалу. И в том самом месте, куда попадает копье Афины, на этом месте вырастает оливковое дерево. Ну, практически то же самое, что мы с вами видели, за исключением того, что то оливковое дерево, как гласит предание, оно было в послевоенные годы сожжено, к сожалению, разрушено. В начале 20 века здесь высаживают новое оливковое дерево, которое мы с вами как раз и видели. Что же касается того, что мы сейчас с вами наблюдаем, ну, во-первых, снова то самое отверстие, да, про которое я вам несколько слов сказала. Плюс ионические колонны. Посмотрите, как интересно. Я вам говорила, что ионическая колонна на самом деле это та колонна, которая потом будет очень часто заменяться знаменитыми кариатидами, то есть женскими фигурами. Это вот эти своеобразные такие букли, кудри, да, валюты, которые находятся наверху капителей. Плюс ко всему, колонна, которая имеет базу. Как всегда говорят, что каждая женщина, она знает, что она хочет. То есть она имеет твердую вот эту базу и твердую основу. То есть она не просто на площадке базируется, она имеет, стоит на чем-то, да, на какой-то базе. И плюс ко всему, между колонной и этой базой есть очень интересный орнамент. Между прочим, это схема плетения кос, волос. То есть вот так когда-то плели волосы древние, собственно, гречанки. И на кариатидах, знаменитый портик кариатид, когда мы с вами окажемся в музее, вы увидите, просто обратите внимание, какое плетение волос у них, у каждой кариатид там будет разная коса. Вот очень часто сравнивают именно вот такое плетение именно с женской прической, с женскими глазами, поэтому еще эта колонна становится в итоге женской колонной. Ну, скажем так, вариация на эту тему. Плюс то, что вы видите, вот эта часть, северная часть восточного портика этого храма. Восточный портик, он посвящен богине Афине. И за этой стеной находится, или когда-то находилась и стояла вторая по значимости скульптура. Богиня Афина – это деревянный ее двухметровый ксуан. Для того, чтобы вы просто на солнце там не стояли, я правда расскажу вам, что раньше там было. Так вот, когда устраивались панафинейские шествия, все те люди, все тот люд, который принимал участие, они, конечно, сюда шествием приходили. Также были
жрицы храма богини Афины. И они в течение 4 лет ткали так называемую ткань, которая называется пеплос. Очень всегда богато вышивали золотыми и серебряными нитями. И вносили этот прямоугольный кусок ткани, то есть одежду, пеплос, натягивая как будто бы на мачту корабля парус. И потом этот пеплос одевали на деревянную скульптуру богини Афины. Таким образом, конечно, одаривая богиню вот таким богато украшенным одеянием. Плюс, конечно, многие из вас обратили внимание, что, опять-таки, мы видим с вами более светлые фрагменты, более темные фрагменты. Это, конечно, уже мрамор горы Пенделикон. Чертой этого мрамора, такой основной составляющей, является то, что внутри он содержит железо. Прямо, опять-таки, память о железе окисляется, которое придает такой бежеватый оттенок. Вообще, на самом деле, надо сказать, что через несколько лет эти белые блоки, они станут такими же бежевыми. И мы не сможем совершенно отличить, какие из них 5 века до нашей эры, а какие, собственно говоря, 21 века. Синие метки, которые вы видите, это датчики, которые снимают потом реставраторы, ну, при необходимости какие-то данные. Ну и, конечно, если мы с вами просто возьмем с каждого этого блока, сделаем скол, то внутри он будет белоснежный. То есть снаружи он будет бежеватого оттенка, а внутри будет белоснежный. Также мы сейчас с вами потихонечку проходим, вы обращаете внимание, например, вот на эту своеобразную стену, которая открывается перед нашими глазами. Разрушенных обломках предыдущих храмов, которые используются просто повторно в качестве строительного материала. Поэтому части барабана, который потерпел какой-то скол, да, ну, в процессе, возможно, его не выкидывали, просто сделали вот такую своеобразную стену, которая перед нашими глазами. Идите дальше. Как же у любопытно, смотрите, это тоже мраморная плита, но если внимательно присмотритесь, там видна арабская вязь. Потому что Эрихтеон во времена резко османского века, когда в середине 15 века Афины захватывают турки, Эрихтеон становится гаремом турецкого султана. Поэтому это надпись, которая об этом как раз и свидетельствовала. Здесь была поставлена Палеаде, правительница городов. В Парфеноне была поставлена богиня Афины Парфенос, то есть дева. Почему? И Парфенон у нас называется целомудренная дева. Также вы потом в ваше свободное время сможете пройти вот там, где развивается национальный языческий флаг, и снова на площадку. Мне сказать, можно сделать вообще всего восточного направления Парфенона, и, конечно, восточная сторона Эрихтеона. Плюс холм на противоположной стороне, который возвышается. Это холм Эрихтеона. Идемте вот по тихой полисе снова в тень. Вот мы с вами, конечно, находимся около Парфенона. Вы знаете, был такой и есть такой, в общем-то, английский дипломат, он был когда-то послом Великобритании здесь, в Греции. Имя его Майкл Ливенсмит. Он написал на самом деле прекрасную книгу, которая называется «Афины». Это в Петербурге можно купить, потому что его из Петербурга привозили. Это такой публицистический, исторический роман, но он читается, знаете, я его за 2 вечера прочитала, потому что очень легко написан. Так вот, он написал такие строки, которые говорят о том, что это как значение было. Аспасия сказала, венец творения пред тобой. Иктин и Каликрат – это архитекторы, которые руководили строительством Парфенона. По их проекту возводился. Перикл – время правления, считается которого здесь в Афинах золотым веком. Ну и, конечно, Аспасия – это любимая Гетера Перикла, то есть его любовница. И многие говорят, что в Парфеноне, или Парфенон – тот самый храм, в котором нет ни одной прямой линии.
Вы знаете, это несколько, конечно, преувеличение, но то, что очень многие линии там не прямые, это абсолютно точно. Мы могли бы с вами предположить, что Парфенон – это такая, это такой равносторонний параллелепипед. Но на самом деле Парфенон – это усеченная пирамида. И посмотрите, как интересно. Тот ряд колонн восточного фронтона, который вы видите, в зависимости от того, какое место они занимают, они имеют наклон в обороты от 8 до 6 сантиметров. Этот наклон достигался за счет того, что спиливали каждый фрагмент этой колонны, то есть каждый барабан под определенным углом, то есть для того, чтобы создать этот наклон. Плюс ко всему, если мы с вами проведем вот эту невидимую линию от каждой колонны куда-то вверх, то восточные колонны и западные, они соединятся на высоте примерно около 2500 метров, то есть 2 километра 500 метров. А если мы проведем такие же невидимые линии от, от северного и южного ряда колонн, то они соединятся на высоте 1400 метров. То есть что мы с вами получаем? Действительно усеченную пирамиду. Или, как иногда говорят, что это впервые было проявление знаменитого золотого сечения, которое приписывает возникновение Леонардо да Винчи. Но на самом деле оно уже было известно в V веке, в середине V века до нашей эры. Плюс ко всему, базируются наши с вами колонны тоже не на прямой площадке. То есть площадка, она не вот такая прямая, она имеет немножко вогнутую структуру. Дело все в том, что дорическая колонна, она действительно тяжеловесная. И если бы мы с вами их поставили на прямую площадку, у нас оптически возник глазам, что происходит вот подобное, соответственно, как бы вовнутрь вогнутая структура. Для того, чтобы вот этого оптического обмана избежать, изначально архитекторы площадку сделали наоборот, немножко кругообразную, для того, чтобы просто мы видели сейчас ее прямую. А при этом, конечно, с определенным поступком падения света можно видеть, что она действительно имеет такую несколько, да, вот, дугообразную структуру. Плюс ко всему, как собирались вот эти дорические колонны? Конечно, она не цельная колонна, это хорошо надо понимать. Но каждый барабан этой колонны имел внутреннее углубление как с одной, так и с другой стороны, куда вставлялись вот такие железные скобы, и эти железные скобы потом заливались свинцом. И, соответственно, скреплялись, ну, на момент вот этой, на примере детской игрушки пирамидки, да, только не имела вот этого сквозного стержня. Так получается, что у нас с вами Парфенон, если вдруг случались здесь землетрясения, он имел такую шарнирообразную структуру. Он двигался с движением земли, земных вот, да, пластов. То есть он, по сути дела, пострадал от человеческих рук. То есть виной разрушения Парфенона человек, но не природа. Плюс ко всему, в начале 20 века были некорректно проведены реставрационные работы. Заменялись вот эти железные скобы, да, веслообразные, такие свинцовые пломбы на обычное железо. Железо изнутри, к сожалению, начинает окисляться, и рано начинает изнутри разрушаться. Сейчас идет процесс замены вот этих вот железных кол на титановый сплав. Но титан у нас с вами, надо говорить, это один из самых дорогих вообще материалов. Поэтому вы не думайте, что вот здесь такой билет. Ну, он правда стоит 12 евро, это самый дорогой билет вообще в Греции. Но для того, чтобы можно было сохранить Парфенон, потому что я вам говорила, плюс вот эта сера, этот налет от выхлопных газов, он, конечно, осаждается на мраморе. И процесс очистки каждого колонны, каждого куска мрамора от серы, это такой вечный, нескончаемый процесс. Поэтому леса, они когда-то были по северной стороне, были по восточной, сейчас на западной. Через какой-то момент они снова на восточной окажутся. То есть это уже 25 лет его реставрируют. Его еще столько лет будут реставрировать, это вечный на самом деле процесс. Плюс ко всему, Парфенон – это еще тот храм, в котором ни одной нет деревянной детали. Крыша, перекрытие, стропила, все было, черепица, все было изготовлено из мрамора. Но эту мраморную черепицу даже можно будет видеть с восточной стороны, прошу прощения, южной стороны Парфенона. И вы там увидите лежащую такие большую-большую черепицу. Правда, не поймете, что это черепица, но это черепица. И, между прочим, она для мрамора скульптура, тоже 12-метровая скульптура богини Афины Парфенос, то есть богини Афины Девы, в честь которой как раз и называется Парфенон. Вот эта скульптура была изваяна величайшим скульптором Греции 5 века до нашей с вами, знаменитым Фидием. Когда-то Фидий действительно
действительно, его обвинили в краже золота. Вообще, возможно, он был повинен в чем-то, но скорее Фиде другого не могли простить. Так вот, его обвинили в краже золота, его посадили в тюрьму. И он тогда сказал, что снимите и разберите всю эту скульптуру. Был изготовлен деревянный каркас, и на деревянный каркас крепились слоновые кости, крепились золотые щиты. И действительно, архитекторы, скульпторы, которые работали под его руководством, они разобрали эту скульптуру. Оказалось, что тонна золота ушла на постройку этой статуи. Это было гораздо больше затрачено средств, чем на постройку всего Парфенона, только на постройку одной статуи. И оказалось, что он, конечно, ни грамма золота не взял. Но Фиде был уже оскорблен. Он покидает Афины. Больше никогда в Афины он не возвращается. Он уезжает в Олимпию, где ему была построена дана мастерская, где он создает седьмое чудо света, статую Зевса Олимпийского, которая, к сожалению, тоже в византийскую эпоху была разрушена, ровно как и скульптура богини Афины. Но Фидию, как я уже сказала вам, могли, скорее всего, не простить другого, потому что он на щите богини Афины изобразил самого себя в окружении учеников, а это уже граничит со святотатством. Вот этого, скорее, ему могли не простить, чем, собственно говоря, кражу того самого тонна золота, и сколько тогда он закатил. Плюс ко всему, надо, конечно, хорошо еще понимать, что Фидий у нас с вами изваял не только вот ту самую статую богини Афины, Парфенос, но он еще и создал знаменитые фризы и фронтоны Парфенона, о которых мы с вами, конечно, будем более подробно говорить, находясь в музее, но то, чтобы вы понимали и видели, что здесь когда-то было. Снова часть, к сожалению, фронтона, вот фронтона восточного, он отсутствует. Но, тем не менее, сохранилось лишь только несколько голов лошадей, которые управлялись колесницей, управлялись лошадей, которые управлялись богом солнца Гелиосом и бог виноделия Дионис. Та его скульптура. А с другой стороны, мы с вами видим головы лошадей, которые управляют уже богиней Луны Селены. И вот этот вот фронтон восточный, он представлял собой сюжет рождения богини Афины из головы Зевса. А я вам рассказала миф, да, как она у нас родилась. Что касается западного фронтона Парфенона, то есть то, что находится сейчас в лесах, то это сюжет спора богини Афины с Посейдоном за власть над городом. Будут макеты. Мы еще более подробно поговорим. Плюс ко всему был еще и внешний фриз. Вот эти небольшие фрагменты, как будто квадраты, они нам с вами здесь, на восточной стороне, рассказывают о гигантомахии, войны олимпийцев с гигантами за власть над землей. По северной стороне шел сюжет Троянской войны, по южной стороне шла борьба кентавров с лапифами, а по западной стороне был сюжет гигантомахии, амазономахии, прошу прощения. Так вот, внутри был еще и внутренний фриз. И внутренний фриз здесь впервые Фиде решил запечатлеть реальное историческое событие, то есть панафенейские шествия. Он изобразил самих людей, тех, кто участвовали в поклонении богине Афине. Это было внутри, на внутреннем фризе Парфенона, который тоже мы с вами видим в музее. Во-первых, то, что вы здесь видите. С нашей левой стороны это стадион Панафенейский или стадион Калемарвар, который вписан в холм Арнет. Ближе к нам 16 уцелевших колонн храма Зевса Олимпийского. Еще ближе сюда, сразу перед нашими глазами, оркестр и небольшой сегмент театра Диониса, который сохранился. А когда-то этот театр, он подступал вплотную к стенам Акрополя и вмещал до 17 тысяч зрителей. Плюс ко всему, на противоположной от нас стороне находится новый музей Акрополя, куда мы с вами спустимся и куда обязательно пройдем. Немножечко также правее внизу сразу находится святилище Боговрачевания Асклепия. И здесь был когда-то источник целебный. И плюс еще дальше, если вы дойдете, там же вы увидите сверху театр Герода Аттики, то есть второй театр. Здесь же еще, если вы внимательно посмотрите, вы видите храм Зевса Олимпийского, и рядышком стоит арка. Вот напротив этой арки мы будем с вами сегодня собираться, в этом там небольшом таком скверике перед ней. И на одной стороне этой арки написано, это город Кассея, как я сказала. А на другой стороне этой арки написано, это город Кассея, это город Адриана. Таким образом просто отсекли новые и старые части города. Да. Время.
Говорят, после этого, что еще Афина не зеленый город. Не, ну вид, конечно, потрясающий. Стоим без ног. Ну да. Эти места. Главное снимите. Была бы жесть. Миша, главное лестница. Слушай, ты вообще здесь не подвинулся, нет, да, как в Египте на пирамидах. Угу. Что, статуэтки, да? Зато здесь 12 евро есть за вход. Ты богачи, смотри, брут сюда. Да 18, потому что 35 же. Это в музей. 12 здесь сюда. Это... Я думаю, это очень коммерчески выгодное предприятие, чтобы мне тут не говорили. Там титановые штуки надо сложить. Я сразу же поняла, почему так дорого. Ну да. Сюда. Наверное, что можно и не титановым обойтись. 500 рублей человек, 480. Как раньше-то делали? Титан? Ну, так сколько веков назад делали? Ну да, да. Так не сделали, да? А что, столько веков? Ну да. Not.